Герасимов Иван Сергеевич. Полный кавалер Ордена Славы. Родился 30 августа 1925 года в деревне Маховое, ныне Плавского района Тульской области. Должность и звание. Командир отделения автоматчиков 5-й стрелковой роты 1113-го стрелкового полка 330-й стрелковой дивизии 49-й армии 2-го Белорусского фронта. Сержант. Награды. Орден Славы 3-й степени, Орден Славы 2-й степени, Орден Славы 1-й степени, Орден Октябрьской революции, Орден Отечественной войны 1-й степени. Медали, в том числе за оборону Москвы. Перед войной жил в Москве, работал токарем на заводе «Динамо». В Красной армии и на фронтах Великой Отечественной войны с апреля 1943 года. В июле 1944 года направлен в 1113-й стрелковый полк 330-й стрелковой дивизии. 16 августа 1944 года в районе деревни Прухнова, южнее города Августов, Польша, огнем из автомата и гранатами уничтожил около 10 солдат противника. В ночном бою с отделением участвовал в отражении 3 немецких атак, чем содействовал удержанию плацдарма на западном берегу реки Метта. 7-8 февраля 1945 года при ликвидации окруженной группы противника в районе населенных пунктов Пруст и Багниево, севернее города Быткощ, Польша, с подчиненными мужественно отбивал атаки, уничтожив при этом несколько десятков солдат и офицеров и до 20 взяв в плен. 24 марта 1945 года в бою в районе деревни Фройденталь, северо-западнее города Данциг, ныне Гданьск, Польша, Герасимов первым ворвался в траншею противника и застрелил 7 солдат и офицеров. В уличном бою из автомата истребил 5 немецких солдат и 4 взял в плен. С ноября 1946 года лейтенант Герасимов в запасе, затем в отставке. Жил в Москве, работал бригадиром сантехников Су-68, Мост сантехстроя, главмостроя. Умер 17 ноября 1996 года. Похоронен в Москве.